Dich. Bitch. Кипчурка. Пианинка. Hola. Ну вот, собственно, проект Fruity Loops 11. Потому что 12 пошел он в жопу. Не дружу я с ним. Разукрасили его. Беспонтово. Короче, собственно, вот, как видите, ни одного сэмпла. Ну, за исключением ударной партии, я ее немножко заслейрил с основной. Живые инструменты там, я их немножко нарезал. И я думаю, будут они звучать вместе хорошо. Сейчас ничего не сведено. Абсолютная каша. Делалось все, в принципе, на результат, а не на скорость и на красоту. Что еще? Ну и кроме битбокса и вот этих открытых-закрытых крашей. И звуки там ЭА, УИ, что-то там. Все, все остальное прописано, как вы видели, вживую. Плюс ко всему, что я не знаю вообще нот. Уже много лет и так вот пишу. Хотя очень хочу выучить и играть нормально. Ну, в общем, собственно, все это возможно. Может и не за 10 минут, но возможно. И да, какие инструменты я использовал. В общем, контакт. Контактовский от Native Instruments абсолютно все. Это Evolution Steel Strings, акустическая гитарка. Home Sweet пресет обалденный. Басуха обалденная, Скерби Рикенбекер бас. Очень крутой бас. И пианинка Session Case Grand S. Все от Native. Только я, конечно же, их купил. Да. И что? И вот это вот дрочь Dimension Pro. VST-шка здесь типа скрипка. Full писиката. Писиката, блять. Короче, как-то так. Потому что оперативки уже не хватило на что-то нормальное со скрипок. Ну, это пока. Вот. Вступление куда-то пропало. Я его удалил случайно. Ну, наиграю еще. И вот, собственно, и все. Так что, как говорил Майкл Джексон, не пишите музыку, не мешайте ей.